Пресс-центр МЧС ДНР сообщает об очередном несчастном случае на воде. Трагедия произошла в минувший понедельник на популярном в Зугрессе, да и в Харциске тоже месте отдыха, заполненном водой бывшем карьере с романтическим названием «Голубые озера». Спасатели группы спасательно-водолазных работ Республиканского спас-центра при помощи водолазного снаряжения обследовали 20 тысяч квадратных метров дна водоема и нашли утопленника. Им оказался 30-летний мужчина, житель Зугресса.